Работа с проституткой? Давно, я уже не помню. Сколько лет назад? В общей сложности, я не знаю. 15-м, может быть. Так. А у этих сутенеров сколько работаешь? Третий год. Тебя били? Били. Хотела уйти? Не хотела. Не давали? Не давали. Кто бил? Эдик. Сильно? Сильно. Ну как, пощечину давал или кулаками? Да, кулаками. Приходилось. Боишься его? Боюсь. А старших на точке? Ну как, понаслышке Буйков. Сама ты его видела? Ну, вас видел в темноте, по-моему. Тоже боишься? Ну, боюсь. А при каких обстоятельствах увидел? Что он тебе там может показывал? Зачем он приезжал? Ну я там на что делаю, запои была, уезжала там вот с этого места. Они приезжали. Он там еще один такой Рома, мне потом девчонки сказали, кто такой там его на друг. Кальчик, который? Да, там друг его или кто я там. Вот. Там или нормально работа, или что? Или вот хуже тебе. А что тебе пока показывали? Ну шокер показывали. Ты что обещали этим шокером сделать? Тело ткнуть? Ну да. Испугался. Ну что, заставили тебя продолжать работать? Заставили. А, Господи. Все было бы смешно, если не было так горько. Ладно, спасибо. Следователь Сомова ОВД России Торжевского операционного ходатайства производства обыска жилища Быкова Сергея Владимировича. На основании ходатайства указано следующее. Было дело возбуждено старшим следователем Сомова ОВД России Торжевского операционного по признаку преступления, предусмотренных статьями 241 части 2 пункт Б, 240 часть 2 пункты АВ, Уголовного кодекса Российской Федерации по факту того, что Малышев Валерий Борисович, Малышев Александр Александрович, Соловьев Федорович Александрович, Быков Сергей Владимирович действует в составе группы лиц в период с 26 июля 2012 по 9 января 2014, находясь на территории города Ташкент Торжевского района Тверской области, применяя насилие в отношении Петран и угрожая применению насилия Федоровой, Чучуркиной, Березиной, Головановой, занимались организацией проституции Малышевой, Соловьев, Быков, действует в составе группы лиц по предварительному сговору 18 апреля 2014 года вечернее 18 февраля 2014 года в вечернее время, находясь по адресу Тверская область, Торжевский район деревни Галки, дом 27А, применяя отношение Петра насилие, не опасно для жизни и здоровья, принуждали последних продолжение занятий проституцией. В ходе предварительного следствия был установлен в том числе из показаний
женского пола насилия, причинением побоев, в том числе с применением специального средства электрошокера. Также в органах предварительного следствия есть основания полагать, что подозреваемый по месту проживания может находиться какая-либо документация, содержащая преступную деятельность по организации вовлечения принуждения к занятию проституцией. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что А-квартира 27. Данное ходатайство считаю подлежащим удовлетворению или свободу. Оружие где? В сейфе. Сейф где? Маленький холм, кладовки. Ключи где? У меня. Где у тебя? В комнате где? Что, открывать или что, чего ключи? Ты ключи дай. Ну, так и варить ключи. Ага. Скажите, пожалуйста, где у вас пистолет такой? В сейфе находится. Все, вот же знаю, конечно. Сергей, есть информация? Есть.